Кабинет криминалистики – практическое занятие. Студентам дана непростая задача – составить фотопортрет злоумышленника, точнее, молодой закладчицы. Одета в серую куртку, пуховик, в шапку вязаную. Из-под шапки видны волосы средней длины, темно-русого цвета. Графический образ подозреваемой составляют из базы готовых элементов лица в одной из компьютерных программ. Независимо от направления подготовки, студенты юридического института АГУ получают системные теоретические и практические знания. Так, будущие специалисты в области уголовного права знают все о тактике и методике расследования, от умения исследовать место преступления до решения о передаче дела в суд. Студентам интересно. Они через свои руки пропускают практические занятия по изъятию следов пальцев рук, следов ног, назначают экспертизы, допрашивают, проводят осмотр места происшествия, проводят обыски. Уже на третьем курсе студенты-юристы выбирают специализацию – уголовно-правовую, государственно-правовую или гражданско-правовую. Специализация позволяет познать тонкости профессии и стать профессиональным нотариусом, юрисконсультом или, к примеру, адвокатом в области частного права, направлении, которое сегодня весьма популярно среди абитуриентов. Смотрите, по фабуле задачи у нас право собственности прекратилось, да? Что происходит с правами лиц, проживавших в этом жилом помещении? Богатый трудовой опыт по специальности имеет почти половина преподавателей института. На постоянной основе в штате трудится 8 докторов юридических наук. Синтез науки и практики, широкий выбор образовательных программ и направлений для повышения квалификации – все это вместе позволяет готовить специалистов, за которыми в буквальном смысле выстраивается очередь. Мы проводим анализ и трудоустройства выпускников. У нас уровень трудоустройства почти 90% по специальности. То есть наши выпускники успешно трудоустраиваются, вполне комфортно чувствуют себя на рынке труда. В последнее время особым спросом пользуются специальности судебно-прокурорская деятельность и правовое обеспечение национальной безопасности. Но в целом выпускники института ежегодно пополняют ряды следователей, криминалистов и специалистов других юридических направлений, считающихся интеллектуальной элитой правовой системы.